Ну вот, и значит, сегодня 22 октября 2022 года. Я нахожусь в кардиологическом отделении. Уж никогда бы не подумал. Кстати, я сейчас лежу в той самой палате, где умерла моя мама. Вот, а на том месте лежит сейчас Мишаня. Вот, я ему сказал, что на этом месте произошло 12 ноября 2013 года, но он не испугался. Так вот я выхожу сюда немножко погулять. В смысле, здесь только в коридоре, не выходя на улицу, потому что, блядь, я уже четверо суток не мылся. Ну, какой вид. Сегодня пойду, там ванночку заказал служебно. Девочки мне дадут, я пойду там помоюсь. Вот такой вот примерный вид, вот такая вот у нас осень, еще относительно тепло. Вот, а в этом лесочке даже можно опять поискать. Иногда они здесь бывают, иногда нет. Вот вид на, за домами на Хоткинский проспект, но его не видно, он ресторанчик видно. Я забыл, как он называется. А вон на той стороне домик, тоже с черепичной красной крышей, это наркология. Вот такие-то вот дела. Вот, а вот это вот я. Слава Украине. Вон я уже пятые сутки не бреюсь и не моюсь. Скоро буду как бомжара, понимаешь. Вот шароёблись сегодня. Ого, тут гинекология, а вот моя кардиология. Сегодня суббота, там почти никого нет. И вообще, ну блин, вчера очень хорошо мне поставили повторно, тот поправили и второй стенд мне поставили, но тут первого. Сегодня чувствую себя хорошо, только бы этого не случилось тогда, когда я буду на вахте. О, только бы этого не случилось, понимаешь. Пойду я назад в палату, понимаешь ли. Еще мне нужна ложечку, чтобы, ну или ножичек, чтобы масло размазать. Блядь, все убирают, ничего не оставляют. И в буфете вечно, блядь, никого нет. Это реанимация, где сначала был здесь, когда мне только повезли. В буфете опять. Никого нет, понимаешь ли. Вот. А это наша пионерская команда. Кубрик номер 7. А это самое главное по званию майор. Чего меня снимаешь? Так ты.